Что вы делаете в моем термокоробе, ребят? Зачем вы сюда залезли? Всем привет, с вами Артем. Сегодня смена в магнит-доставке, пешком, зимой. Некоторые писали в комментариях, спрашивали, можно ли тут что-то заработать. Сегодня мы это и проверим. Скорее всего, видеоролик я назвал «Свободный слот». Но по факту, наверное, это не так, потому что он имеет ограничения, то есть временные рамки, но я взял его день в день. Как вы знаете, в магните последние пару месяцев предпочтений, и нужно смены бронировать на 2 дня вперед. Тут же я прям с утра зашел в телеграм-бот магнита и взял эту смену, и сегодня на ней поработаем, посмотрим, сколько же можно заработать. Смена всего 2 часа с 14 до 16 в Нижнем Новгороде на второй зоне. Есть и другие варианты сегодня были, вот у вас на экране. Все то, что сегодня происходило, какие смены можно было взять, но я выбрал вот такую легкую, посмотрим, сколько заказов будет и будут ли приходить вообще на такие, так скажем, свободные слоты заказы и сколько можно заработать. Если вы хотите устроиться магнит-доставку курьером, самозанятым, то в описании есть ссылка на регистрацию, переходите туда, ищите свой город и устраивайтесь, в принципе, можно, наверное, даже в один день и устроиться, и выйти на работу, если в вашем городе есть свободные слоты. Кто уже работает, пишите в комментариях, брали ли вы такие смены, слоты и вообще сколько на них можно заработать. Кстати говоря, у нас повышающий коэффициент в Нижнем Новгороде 1,7, и за получение заказа и за отдачу заказа клиентам 91 рубль 80 копеек. То есть как минимум больше 180 рублей за один заказ. Ну и надеюсь, хотя бы 2-3 заказа мы сегодня сделаем. В общем, все это посмотрим. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Это важно. В описании есть все нужные ссылки. На социальные сети тоже не забывайте подписываться. И сейчас едем в точку старта, потому что, по-моему, недели 2 назад в Нижнем Новгороде, если вы в другом городе, пишите, так же у вас или нет. Точка старта теперь для каждой зоны одна. То есть раньше это все было, каждый день можно вообще на разные точки было ездить. Сейчас же сделали фиксированные точки. И это у нас во втором районе Нижнего Новгорода, Сергей Синина, 12, магнит. В общем, собираемся, одеваемся, минус 20 на улице, поэтому утепляемся и едем к точке старта. Приятного просмотра. Ну а вот магнит у дома, и наша смена сейчас начинается. Давайте начнем смену. Ровно 2 часа. 2 часа до конца и 2 часа дня. Посмотрим, через сколько придет первый заказ, пока находимся здесь. В магните уведомления. Больше заказов на Есенина 12. Но проблема в том, что это и есть этот магнит. То есть я, в принципе, тут и стою. Поэтому 5 минут, пока заказов нет. Спустя 18 минут пришел заказ с генерала Зимина 26 и дает 27 минут. Ну а по Яндекс.Картам 1,5 километра и 18 минут. Ну, на самом деле, не близкий путь. Скрывать не буду, ходить реально холодно. Особенно, когда заказов нет, и ты просто где-то идешь без цели, так скажем. Но в этих моментах можно заходить в магниты, как бы, и сидеть там, почему бы нет. И, как вы видите, я сегодня с этим огромным термокоробом пока вот хожу, вроде ничего, нормально. Летом бы это, наверное, ощущалось немного по-другому. Но сейчас в целом и так много всего на тебе, и термокоров не делает погоды вообще никакой. Еще нам минут 12 идти до магазина. И идем мы через какие-то гаражные кооперативы. Ну, в общем, весело. Тем временем, пока я иду до магнит супермаркета, мне пришел вторым заказом, то есть мультизаказ, магнит косметик. Я знаю, что именно на этом адресе он есть тоже, только на втором этаже. В общем, не знаю, посмотрим, из этого ли магнит косметика мне пришел заказ. И все-таки, как же плохо, что нельзя нажать на клиентов и посмотреть, где они находятся. Это прям печаль. Но, как говорится, главное об этом сказать, может быть, исправят. Ну а вот так на GoPro выглядит широкий угол, поэтому напишите в комментариях, как лучше было с обычным линейным или с таким широким. Но, точнее, забирать заказы я, скорее всего, такой угол включу, чтобы вам показать, какие они. И они, кстати, уже все готовы, поэтому магнит я уже вижу. Пойдемте забирать. А главное тут не упасть. И, кстати, напишите, как вам звук. Это тоже важно. Да, 93-91. Вот это, да? 91, да, вот это один. Один, да? Отлично. Угу. Держу. Ирина Светлана. Чего? Я на балкон. Да. Папочка, папочка.
Так, супермаркет забрали. Идем на второй этаж, Магнит Косметика. Да, 10.01. Один пакетик, да? Угу, спасибо. Ну а вот, кстати, таймер до клиента. 7 минут он мне давал, на самом деле, пока выходил, собирался. По факту идти 400 метров 5 минут, то есть в целом времени должно хватить. Здравствуйте. Начните, холод. Спасибо большое. Хорошего дня. Ребятки, ну вы все сами видели, первые чаевые в Магните, кстати, первые. До этого реально ни разу не давали чаевые. Класс, сейчас отдаем этот заказ. Точнее, уже отдали этот заказ, смотрим, куда ехать за вторым, потому что второй из супермаркета тяжелый. Ну, начало неплохое. В общем, пойдемте смотреть, куда нам идти. До следующего клиента Магнит давал 5 минут. По факту Яндекс рисует 9, но можно вот тут обойти, поэтому я думаю, мы дойдем быстрее. Кстати, следующая точка нашего маршрута — это вот этот отель. Я тут ни разу не был, а клиент, видимо, остановился тут, и сейчас нам нужно ему отдать заказ. А возможно, это администратор заказал. В общем, наверное, нужно позвонить и спросить. Здравствуйте. Вам доставить? Угу, да, конечно. Хорошего дня. Ну что, закрываем заказ и смотрим, сколько. Нам новый заказ назначен. Волжская набережная 14, далеко на самом деле отсюда. 406 рублей, прошло 50 минут с начала смены. 400 даже в час. В общем, ладно, мне 43 минуты дает. 43 минуты, ребята, это же офигеть. А пешком нам идти 2,4 километра. Да, не ближний путь, что могу сказать. Но от заказа... Или хотя давайте, знаете, что сделаем? Мы откажемся от заказа. Долго... Слишком далеко. И посмотрим, может быть, нам придет какой-нибудь заказ из этого же Магнита или косметика, потому что тут все рядом. И они работают на выдачу заказа. Небольшие мысли по поводу термокороба. Опять же, надеюсь, меня хорошо слышно, пишите в комментариях. Он в целом нормальный, но в нем негабаритно входить в двери панелек, пятиэтажек, потому что они там узкие. И он реально, ну он огромный. Он просто жесть какой огромный. Поэтому вот такой нюанс. Но самое главное, зима, холода. А это значит, чтобы ноги были в тепле, коки были в тепле и голова тоже, потому что я видел несколько курьеров без шапки. Камон, ребята, вы чё? Шапка — это атрибут вообще самый первый, который нужно надеть, когда выходите из дома, особенно в минус 20. Вот, отказались от заказа, ну реально, туда идти полчаса. Может быть, вот из ближайших Магнитов, откуда я забирал, что-нибудь придет, тоже недалеко. Ну что, ждем, 14.50 на часах, надеюсь, скоро придет заказ. Если последний заказ смотреть по детализации, то взятие первого заказа 91.80, взятие второго тоже 91.80, прибытие к клиенту также 91.80, но 8 рублей за километр, прибытие к второму клиенту тоже 91.80 и 6.20 за километраж плюс 25 за тяжелую посылку. В общем, вот как-то так, такой расчет. Ну, хорошо, что это все теперь наглядно видно, потому что раньше было показывать и говорить, что я заработал 200, 300 или там 500 рублей как-то самонадеянно. Сейчас же все видно, 406 рублей за первый час. Надеюсь, еще один час смены. Во-первых, будут заказы, а во-вторых, мы также неплохо получим. Но если бы был мультизаказ из одного магазина, то заплатили бы меньше на 91 рубль. И вышло бы это все в 340-330. В общем, не знаю, иду опять в сторону Магнита, из которого забирал заказ, потому что вы же помните, что я забирал один пакет, а там еще были пакеты. Вот интересно, их кто? Яндекс, либо Сбермаркет заберет. В общем, неизвестно. В любом случае, пойдемте туда и будем ждать свой next заказ. И все-таки дал заказ буквально спустя 3 минуты, и это все-таки Мещера. Сергей Есенин, 12, откуда мы начинали. Ну, хоть не до Волжской набережной идти, тут там было 48, по-моему, да, 43 минуты, тут 20. Ну, в общем, тем же маршрутом, как мы шли сюда, мы идем обратно забирать свой. Ну, получается, уже третий заказ. Надеюсь, я реально не запорол картинку, не запорол звук, сейчас уже начинает темнеть. И пишите в комментариях, как вам новая камера, потому что до этого была Sony X3000. Сейчас же опять GoPro Hero 12 Black. Такие вот
кадры я могу снять. Давайте сейчас машину... не буду снимать никого, чтобы никого не смущать. Тем более нам еще 20 минут топать. Вот такие церкви есть в Нижнем Новгороде. Я думаю, они, похоже, есть везде. В общем, идемте забирать заказ. Я записываю в 1080p. Почему не 4K? Ну, камон, смотреть доставки 4K, я думаю, что вряд ли кто будет. Да и тем более 1080p, 60 кадров, думаю, самый оптимальный вариант. Сейчас громко едет машина, и мы слышим, как автоматически GoPro, наверное, как-нибудь изменяет звук. Я, по крайней мере, надеюсь, что это будет выглядеть более-менее нормально. И, во-вторых, я рендерю 2K. И надеюсь... что это тоже будет все нормально. Хотя, может, отрендерю в 1080. В общем, это такие блогерские моменты. Идем опять через гаражный кооператив. Вот так тут все выглядит. Ой, да. В общем, 10 минут и забираем заказ. Я, кстати, сейчас взял, как вы понимаете, более-менее дневную смену. Хотелось бы еще, наверное, вечером посмотреть, там, условно, с 6 до 8, что происходит, какие есть заказы. Поэтому, если вы хотите, то не забудьте поставить лайк. Также подписывайтесь на канал, ну и, конечно же, телеграм-канал, где различные промокоды выходят оперативно, поэтому не забывайте это делать, это очень приятно, ссылка есть, как обычно, вы же знаете, в описании. Ну и если вы тоже хотите подработать, либо прям как официально устроиться самозанятым курьером Магнит, то тоже в описании есть ссылка. Сейчас мы уже почти подошли, кстати, к Есенина 12, будем забирать заказ. Ну, кстати, новый заказ, все понятно. Пришел на 8 минут раньше, а заказ еще в сборке, поэтому ждем. Два пакета, да, и вода? Два пакета и вода. И все-таки меня не отпускает Волжская набережная. Идем сейчас туда, забираем второй заказ. Первый, вы видели, уместился. Но сейчас хотя бы эти 20 минут, пока я буду идти до этого магазина, не так обидно, потому что я иду за вторым заказом. Это второй мультик за сегодня. Не знаю, будет ли он последним, когда меня отправит Магнит. Возможно, будет так называемая петля Магнита, что мне было бы проще сейчас этот заказ отдать и пойти за следующим, нежели чем с ним сейчас идти во второй магазин. Не знаю, что из этого получится. Вы узнаете об этом совсем скоро. Погнали в магазин. Ну вот это тот самый легендарный Магнит, с которого было очень много заказов летом, осенью. В общем, пойдемте забирать следующий. 44,59. Это один, да? Да. Ага, держу. До первого клиента 3 минуты 250 метров. И удивительно, это не последний заказ, а первый, который я забирал. Так что, возможно, я не попаду в петлю Магнита. У клиента не работает домофон, поэтому позвонил ему, сказал спуститься. Я думал, что 5-литровки уже никто не заказывает, лето закончилось. Но нет. Сейчас будем отдавать заказ клиенту и относить следующий. Точнее, последний, а может и не последний, еще минут 20, наверное, останется. В общем, посмотрим. Здрасте. Добрый. Да, не за что. Хорошего дня вам тоже. Опа, да. До свидания. Все, заказ мы передали. И идти на Волжской набережной 8, корпус 1. 28 минут дает. Ну, а по факту идти 19, 1,6 километра. Ну, слушайте, наверное, как раз это последний будет. В общем, пойдемте его отдавать. Тест камеры, так скажем, в сумерках. Потому что, ну, не знаю, наверное, можно назвать это сумерками. Жмем переход. Ждем, когда загорится он, и пойдем вон туда, далеко. Кстати, переход загорелся, можно идти, блокировка горизонта включена, поэтому, наверное, снимает нормально. По крайней мере, на маленьком экране это выглядит довольно неплохо. Как будет на компьютере, мы это уже с вами посмотрим чуть позже. Ну и по термокоробу. Да в целом норм, он просто габаритный. Я бы не сказал, что он тяжелый, но, возможно, это не ощущается из-за того, что... И так реально много чего надето, а так в целом норм. В целом норм, пойдет и заказы туда влезают. Так что если вы смотрели мои московские ролики, то там в короб Яндекса мало чего влезало. Тут же, да, нормально. Почему бы нет? Даже тепло стало на самом деле. Я думал, будет прям вообще холодно. Лютый мороз, но нет. Но я думаю, больше часов 6, наверное, я бы не проходил.
даже не из-за того, что типа тяжело ходить, а просто из-за того, что холодно. Как-то так. Будут ли чаевые на последнем заказе? Интересно. Так что за первый на морозе дали, тут же... Не знаю. Время без 5:04. Уже прям начинает темнеть, фонари уже включились. И GoPro-шка снимает вот так. Опять же, оцениваете. Не знаю, это уже не курьерский какой-то видос, а как снимает GoPro. Но в любом случае, мне хочется вам показать, потому что не дешевая покупка, честно говоря. И я, да, кстати, Boosty завел. Ребята, в описании ссылка на Boosty. Не знаю, зачем она нужна. Может, кто-то перейдет и задонатит мне 50 рублей на чай. Но сам факт. Все популярные так делают. Я хоть и не популярный, но тем не менее решил так сделать. И нам нужен вот этот дом. Так что отдаем заказ, смотрим, сколько получили за него. Пожалуйста, хорошего вечера. Ну что, передаем заказ. Мне дает новый адрес, но время как раз 4. И доход у нас не отображается. Сейчас будем отменять этот заказ, потому что он уже пришел после смены. Давайте откажемся. Не хочет он мне прожимать его. Интересно. Обратиться в поддержку. Ну что, сейчас будем писать поддержки, чтобы сняли этот заказ с меня. Кстати, за последний заказ 453 рубля. Детализация вот такая. Можете видеть на своих экранах. То есть за 2 часа мы 859 рублей заработали, что довольно неплохо. Плюс 100 чая. Сейчас надо дойти до машины, доехать до дома. И уже я подведу свои мысли и итоги. Ну что ж, вы опять в термокоробку-то залезли, ребята. В общем, смена завершилась. 860 рублей плюс 100 рублей чая, то есть 960, если на 2 часа это все разделить, то больше 400 рублей в час пешком в магнит доставки. Да, мне кажется, неплохо. Опять же, если сравнивать с Яндекс.Едой, вы, надеюсь, видели видеоролики на моем канале, то там получалось 200-250, но 400 — это довольно неплохо. Опять же, только, скорее всего, в городах-миллионниках такое получится. Там Москва, Питер, Нижний и все остальные города, где неплохой коэффициент. Потому что в других, ну, коэффициент там 1.15-1.30, ну, наверное, не так хорошо можно заработать с такими кэфами. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, пешком, в принципе, работать можно, даже в мороз. Я даже не устал. Наверное, я даже устал меньше, чем летом. Удивительно. Конечно, потеплее главное одеваться. Шапка, шарф, носки теплые и, в общем, как-то так. Оценивайте смену мою такую небольшую пилот... Ну, не пилот, просто небольшую смену оценивайте в комментариях. Все ваши мысли туда. Если хотите устроиться в магнит-доставку, как на полный день, так и не на полный, вот как сегодня. Но, опять же, свободный слот — это тот, который я могу взять день в день без предпочтений. В общем, как-то так. С вами был Артём в шапке, потому что на голове жесть. Не хочу показывать свою прекрасную прическу. В общем, подписывайтесь на телеграм-канал, на группу ВКонтакте. Регистрация самозанятым магнит доставки в описании. Всем удачи, всем пока. До скорого, как-нибудь увидимся.